На прошлой неделе внимание устюжан было приковано к поискам утонувшего на реке Юг подростка. Напомним, трагедия произошла 12 августа в районе деревни Устье-Повалихино. В пятницу около 11 дня ниже по течению реки в 1 километре от места происшествия тело было обнаружено. Однако работа следователей на этом не закончена. Сейчас проводится доследственная проверка, в ходе которой устанавливается причина смерти. В настоящий момент установлено, что причиной смерти молодого человека явилась асфиксия от закрытия дыхательных путей жидкостью, то есть что свидетельствует об утоплении. Телесных повреждений на трупе не обнаружено. В настоящий момент проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. О результатах алкоголя, значит, наличие в крови алкоголя будет установлено чуть позднее, поскольку химическое исследование крови производится только в городе Вологде. И эти анализы подходят чуть позднее. Но предварительно, как бы, из тех данных, которые установлены в ходе проверки, то есть молодой человек вредных привычек не имел, спиртное не употреблял.